Мечеть Джамик обретает стены. На стройке соборной мечети Челнов начали возводить кирпичную кладку. Напомню, храм строится исключительно на добровольные пожертвования. Работы здесь возобновились 1,5 года назад. За это время удалось почти полностью выполнить каркас здания. Подробности у корреспондента Фирамии Сулеймановой. Почти 2 этажа мужского корпуса и половина женского уже готовы. Работы по кладке кирпича начались здесь в конце апреля и сейчас идут по плану. По словам организаторов строительства, средств на завершение кирпичной кладки достаточно. Тем не менее, требуется еще много вложений. Очень работы много, и средств надо много. Проблем очень много. Есть какие вопросы, решаются. Ну, потихоньку решаем все проблемы. Не останавливаемся. Еще пока, вот с октября 2019 года, мы еще ни одного дня не стояли. В процессе и подбор окон для будущей мечети рассматриваются варианты от различных подрядчиков, чтобы было и по карману, и качество не пострадало. Каркасные работы здесь выполнены на 90%. Осталось только армировать и бетонировать 4 минарета и вот этот блок под купол, чем сейчас и занимается отдельная бригада. На работах по армированию заняты 12 человек, по кладке 20 – это 2 бригады каменщиков. В день каждый из них выполняет около 50-60 квадратных метров кирпичной кладки. Работают в одну смену, но часто в сверхурочном режиме. Иногда выходят и по выходным. Кирпич идет 25 сантиметров, потом утеплитель 14, еще 25 сантиметров кирпич. Стена получается 64, 640 миллиметров. Завершить кирпичную кладку стен всех блоков планируется до конца октября. После рабочие готовы взяться за кровлю, но все будет зависеть от поступления средств. Фирния Сулейманова, Радик Ганеев, Челны 24.